Хорош пас на Горбушина. Бучельников. И пошел на дриблинг. Ничего себе сыграл. О, гол, что ли? Анаф рядом пустовалов поехал вперед. А передача на Бучельникова. Что он творит? Арефьева. И выигрывает его армейцы Петербурга. Ух, и сразу же реализовать своих соперников здесь. А вот сейчас момент, и 3-0 стал счет. 3-0. Не таких уж большие габариты, а это бросок. Тынов. Ну а здесь тут же прессинг в исполнении армейцев. И какой бросок. Передача последовала на партнера. Завладеть ею не получилось. Чем комфортный счет в третьем периоде. 1-6. Убежал Бучельник. Уходит 1-1. Бучельников. Бросок и шайба в воротах. Необычная получилась шайба. Опять же, Проскурнин в ней участвовал. Да, видите, сначала арбитр стороны руки развел, потому что после броска Проскурнина шайба-то не пересекла ленту. Зато первым здесь у ворот Спартака был тут как тут Дмитрий. Ух, здорово ушел от силового приема Бучельников. Бросок, гол! Бросок. Вот, вот смотрите, как ушел, да? Как ушел от соперника, здорово. Бросок точно в дальний угол. Это кто же там, по-моему, Жили Иванов. По-моему, его. Быстрая атака. Мог, наверное, отдавать назад. Мог делать и передачу на накатывавшего партнера. Но Бучельников видел, что есть вариант бросить в девятку. Она была открыта. Не спас мотор. Стоят. Но об этом еще рано говорить. А сейчас контратака. Это самое важное. В сегодняшней встрече Бучельников 1-0. И добавили ему еще двушечку. И гол! Бучельников, дубль. Смотрю, повтор. Выиграна борьба за воротами, передача на пятачок, и там абсолютно никто не... Крюка, посмотрим, смотрите. Вот он убирает под себя, и шайба ушла с крюка, но он все-таки из-под защитника уже, из-под ног, из-под коньков защитника нанес бросок. И, наверное, это было полной неожиданностью для вратаря армейцев Москвы. Но вот опасный эффект сейчас у ворот Атланта. 2-1, атака! Мало того, что вот уже 4 минуты отыграли в меньшинстве, еще включая вариант 5-3. Теперь еще минуту 43 будут. 25 он уже забросил. 26-я шайба. И сегодня это второе очко, соответственно, 53-й балл в сезоне. Ну, отличный бросок. Все по очереди бросают по воротам. Так, а здесь все-таки забивается шайба. Вот после этого броска, так что... поймать было сложно, да и бросок был с близкого расстояния. 4-0. В 46 играх. Ну, это шикарный результат. Бучельников, конечно, растет не по дням, а по часам. Ков классно переводит. Да, все еще 3 полевых игрока у варягов. И вот только появился 4-й. Шайба залетает в ворота. Все 3 после очень классных бросков. Гурзанов переводит, набирает свое 2-е очко в этой встрече. Ну и 21-я шайба главного бомбардира СКА. Ну вот 4 секунды, я так подозреваю, и здесь уже Носков не смог переместиться. Выпускает Владимир Филатов, главный тренер армейцев, на это большинство. Бучельников ищет, кому подать передачу, кстати, бросает сам, гол!